Больше 3,5 миллиардов рублей и 2 года понадобилось на то, чтобы провести стадиону операцию по смене спортивной ориентации. Сейчас с уверенностью можно сказать, Фишт из олимпийской площадки превратился в полноценную 45-тысячную футбольную арену. Постелен современный газон, построены дополнительные трибуны, готовы раздевалки и душевые. Так поле увидят тренеры команд и игроки отсюда, со скамейки запасных. Пока стадион еще пуст, здесь можно присесть, почувствовать себя, например, игроком сборной России по футболу. Тут специально регулируется угол наклона спины, есть подогрев, для этого специальная кнопка предусмотрена. В общем, все условия для того, чтобы футболистам осталось показать только хорошую игру. Масштабы проделанной работы впечатляют. Только труб для подогрева газона уложили 32 километра. Последние штрихи в общей картине преображения стадиона сегодня оценил губернатор края. Сам стадион, чаша его на хорошем уровне, безусловно. Главное, чтобы все это не было, коллеги, муляжом. Оно должно быть рабочим сегодня в первую очередь. И все инфраструктуры, все коммуникации, которые сегодня будут способствовать тому, чтобы стадион ожил, они должны зафункционировать. Без сбоев, коллеги, ответственность не на всю страну, на весь мир. С инспекцией Вениамин Кондратьев на Фишке не в первый раз, поэтому смотреть парадную картинку отказался сразу. Вот по таким красивым помещениям предлагаю не ходить. Давайте пойдемте туда, где нужно сегодня незамедлительно принимать меры. Инженерные и информационные коммуникации – то, что делает спортивную арену живой. В диспетчерском пункте, куда будут стекаться данные с камер видеонаблюдения и других систем безопасности, глава региона требует быстрее установить и подключить мониторы в единую сеть. Некоторые из них даже не распакованы. Кто отвечает за наладку системы? Я отвечаю. То есть, я еще раз подчеркиваю, коллеги, здесь уже, допустим, уже без и кукуреку, потому что времени просто реально нет. Каждые сутки у вас должен быть доклад, а вы докладываете мне, если идет сбор. Все недочеты должны быть устранены к 1 марта. Об этом Вениамин Кондратьев говорит на совещании, которое проводит здесь же, на стадионе. Несмотря на то, что арена готова почти на 100%, до сих пор остаются технические замечания. Например, не установлены навигационные стенды и нет беспроводного интернета. Однако в департаменте информатизации края Wi-Fi на Фишке пообещали запустить уже в феврале. Тем более, что рабочего времени для этого будет хоть отбавляй, заверил чиновников губернатор. 24 часа в сутках. И каждый час можно использовать. 24 часа до сих пор остаются в вашем распоряжении, коллеги. У всех. У нас не может больше быть никаких переносов сроков. Никаких. Ни у кого. Ни у подрядчиков, ни у субподрядчиков, ни у субсубсубподрядчиков, ни у кого. Перед Кубком Конфедерации, который пройдет в июне, в том числе 4 игры в Сочи, на Фиште обязательно должны состояться тестовые матчи. Первыми газон опробуют футболисты сборных России и Бельгии 28 марта. А билеты на товарищескую игру поступят в продажу уже 1 марта. Во время тестовых мероприятий мы должны организовать работу волонтеров, стюартов, которые находятся в зоне ответственности Краснодарского края. В этом плане, Вадим Иванович, мы, собственно говоря, работаем. В рамках тестового матча также запланирована работа 250 волонтеров. Работа по подготовке к Кубку Конфедерации идет и за пределами стадиона. В Краснодарском крае утвердили схему движения автотранспорта, которая будет действовать на время игр. Так, на участках дорог появятся полосы только для аккредитованного общественного транспорта, закроют и движение по улицам рядом со стадионом. Схема движения автомобилей утверждена. Да, план управления перевозками. И вы правильно подчеркнули, что это только, наверное, в нашем крае сделано. Коллеги, ее надо не только утвердить, но и обкатать. Несомненно, мы и начинаем это делать. Это очень важно, чтобы жители города привыкли к этому алгоритму, поверьте. Иначе. Потому что они должны быть первые этот алгоритм обкатать, а потом уже отдыхающие, а потом уже и футбольные болельщики. То есть вот эта схема должна быть жизнеспособной. Не на бумаге она должна быть, коллеги, а реальной. Несмотря на временные ограничения, связанные с проведением Кубка Конфедерации, Кубань получит импульс к развитию собственной инфраструктуры. Купленные к играм 60 автобусов после чемпионата выйдут на маршруты в Краснодаре, так же, как и современные машины скорой помощи, которые останутся в Сочи. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань 24, Сочи.